Здорово всем, парни, с вами Василько. В общем-то, тема такая, вот вы сейчас ролик посмотрите, да, я там как бы поднял хорошую сумму, вот, не буду спойлерить, что дальше произошло, но вы уже сами все догадываетесь, но ролик назывался с 300 до 8000. Объясняю почему, потому что это так и есть, я с 300 рублей, с 280 тех, которые ролик вышел, я поднял эту сумму еще, плюс у меня на карточке оставалось еще 2 косаря, то есть, в общем, 8000 сумма получается, но как бы в оконцовке все сдулось. И также, пацаны, в этом ролике тоже вас оповещаю о том, что до конца этого месяца, сколько набирается человек на моем канале, сколько подписчиков набирается на моем канале, столько мы с вами и сделаем розыгрыш. Стартовая сумма, стартовое количество подписчиков было 566. Если на этом, после этого ролика там наберется 1000 подписчиков, вообще до конца месяца, если наберется 5000 подписчиков, будет 5566, то я разыграю 5 штук, пацаны. Поэтому давайте обязательно, let's go, в общем-то, подписывайтесь обязательно. И самая главная фишка, что на моем канале без подписки смотрит целых 84%, с подпиской всего лишь 15. Тогда давайте это исправим, вот. Подпишемся, нажмем на колокольчик, и все будет супер, пацаны. Поэтому let's go, just do it, погнали, мы переходим к ролику, приятного вам просмотра. Здарова всем, парни, с вами Василько, это Инвути, на балансе у нас 307 чанских, рубчанских. Ссылочка на сайт будет в группе, а на группу ссылочка будет в описании. В общем-то, переходим в группу, вписываемся, нажимаем подписаться, до 1000 осталось совсем немножко, ссылки на сайты нажимаем, здесь абсолютно все сайты есть ссылки, в том числе и на Инвути. Также проходит розыгрыш, также раздаю промокодики, короче, успевайте, ловите, все такое. В общем-то, пацаны, 370 рублей, давайте 47% попробуем, поиграем, что получится с этого. Все мое. Что-то на 47% на сайт прямо вздернул, я смотрю. Алло. Что за херня? Так, короче, 1000 рубчанских у нас на балансике, пацаны. Ну, соответственно, выдало сейчас. Понятно. В идеале поднять 5000, это вообще прям будет шикардосик. Так, окей, 268 рублей плюсик. Пум. Ох, вот это хорошо. Вот это вот хорошо. Красиво сейчас было. Ничего не скажешь. Окей, 57, 56 сюда, 21 сюда. 2000 рублей у нас на балансе есть. Воу. Это хорошо. Это реально хорошо. Так, 262 рубля. Ну, слушайте-ка. Слушайте-ка. Неплохо так. Пока что идем. Давайте на 39% попробуем. Сейчас сломаем систему. Надо чувствовать, когда оно по-любому проебет. Сейчас, мне кажется, она выдаст. Отлично, пацаны. Вот так вот чучка сыграла, сыграла. Проебал. Ух! Сука! Сосать. То, что хотел, то и сделал. Пацаны, ну заулынил, конечно, но заулынил, конечно. Сейчас до шестеры дойдем, и это просто изи разъебалово. Изи разъебалово. Хотел дойти до пятеры, в итоге дошел до шестеры, пацаны. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Ну, сотка осталась. Братан, ну ты чё? Все, пацаны. 50 рублей и одна копейка. Это можно вот так поставить. Сука. 299. Давай. Еще раз. Еще раз. Сука, я такой долбоеб. Я дошел до шестерки, до шестерки, до цели, до своей дошел. И слил. Вот как и шаг серьезно слил. Ну, блядь, ну я долбоеб. Я знаю, что я долбоеб. Что с этим поделаешь, я не знаю. Но я долбоеб, просто долбоеб. Додик просто. Серьезно. Просто долбоеб. Мне Луся такой, блядь, такое количество бабок дал, и я все слил. Ну ладно, окей, давайте последнее пополнение на сегодняшний день, в принципе. Не знаю, чем он закончится. Но мне кажется, я солью. Окей.
Дошел до шестерки, блядь. Цель была 6000. Я сделал эту цель и, как долбоеб, слил. Пиздец. Все проебал. Ну, все проебал, так все проебал. Что теперь поделаешь, пацаны? Подписываемся на канал, не забываем ставить лайки. Вот такой вот топовый контент получился. Всем удачи и всем адьос, пацаны. Удачи.